Даниил Хармс. Про собаку Бу-Бу-Бу. Жила-была очень умная собака. Звали ее Бу-Бу-Бу. Она была такая умная, что умела даже рисовать. И вот однажды она нарисовала картину. Но никто не мог понять, что было на картине нарисовано. Прибежала мышка-малышка, посмотрела на картину, понюхала раму и сказала: «Нет, я не знаю, что на картине нарисовано. Может быть, сыр? Пи-пи-пи. А может быть, свечка? Пью-пью-пью». Пришел петух Ерофей, встал на цыпочки, посмотрел на картину и сказал: «Нет, я не знаю, что на картине нарисовано. Может быть, это пшенная каша? Кукареку! А может быть, это деревянное корыто? Реку-каре!» Пришла уточка-анюточка, посмотрела на картину с одного боку и сказала: «Кря-кря-кря, это завитушка! Кря-кря-кря, может быть, лягушка?» А потом посмотрела на картину с другого боку и сказала: «Кря-кря-кря, это не лягушка! Кря-кря-кря, это завитушка!» Прибежала обезьяна Марья Тимофеевна, почесала бок, посмотрела на картину и сказала: «Бал-бал-бал-бал, бол-бол-бол-бол! Эй!» — крикнули обезьяне. «Говори понятнее!» А она опять: «Лок-бок-мок-рок-лук-лак-лик-лек!» «А ну тебя!» — крикнули обезьяне. «Непонятно ты говоришь!» А обезьяна почесала ногой затылок и убежала. Наконец пришел знаменитый художник Иван Иванович Пнев. Он долго ерошил волосы и смотрел на картину. Наконец сказал: «Нет, никто не знает, что на картине нарисовано, и я не знаю». Тут вышла умная собака Бу-Бу-Бу, взглянула на свою картину и закричала: «Ах! Ах! Аф! Аф! Да ведь картина-то повернута к вам не той стороной! Ведь вы смотрите на заднюю сторону картины! Вот, смотрите!» И с этими словами собака Бу-Бу-Бу повернула картину.